Всем привет! Рад вам представить Саватеева Алексея Владимировича с лекцией «Топология для самых маленьких», то есть для вас, очевидно, и для нашей трансляции. Все, пожалуйста. Так, всем привет. Значит, тут вот некоторое количество многогранников находится. Спасибо Сергею Полоскову и музею, как это называется? Музей головоломок, вот. Значит, вот тетраэдр, да? Тетраэдр. А это как называется? Ладно, я не буду троллить. Так. Как это, наверное, еще знаете, да, все, как это называется? Октаэдр. А это кто? Додекаэдр, да, додекаэдр, точно. С додекаэдром связана шутка. А если на метро университет вот два человека поспорили, один говорит, я сейчас войду в маршрутку, дам денег и скажу додекаэдр. А другой говорит, ну и что, вот что произойдет? Говорит, он меня повезет. И на метро университет человек ходит, дает денег водителю и говорит, додекаэдр. Ну, эдер он не слышит, он слышит до ДК. До ДК МГУ у него срабатывают, да, конечно, садись, едем. Ну, это так. Это для МИФИ это не актуально, да. Так, ну и наконец. Наконец. И косаэдр, да? Это уже не все знают, наверное, да? А кто знал, поднимите руку, кто знал, как называется эта фигура. Во, это... Это последний в серии, называется икосаэдр. У древних, тут еще всякие другие топологические фигуры. Я думаю, что Сергей потом расскажет про них, если кто захочет после лекции вот про вот это все послушать. Тут много разных интересных фигур. Но мы будем заниматься именно вот этими пятью. И поймем, почему... Больше нет, и вообще, что значит больше нет? Вот я эти пять многогранников вслед за большой традицией математической называю правильными, да? Я их называю правильными. Вопрос, почему они правильные? Что вот в этом такого правильного? Что его отличает от какого-нибудь там ромбо-додекаэдра или еще чего угодно, что вы можете сами из бумаги склеить? Вот я беру вот этот додекаэдр, да? И... Кто вот попытается, не знаю, может быть, даже с места сказать, что значит, что он правильный, в каком он смысле правильный? Так, все грани – правильные многоугольники. И это, безусловно, условие, необходимое для правильности. Но недостаточно, я могу его изменять, тут немножко там как бы по-другому. Тоже хорошее условие, конечно, выполнено для правильных многогранников, но не для... Не, это не условие правильности, то есть это не критерий. Можно легко нарисовать многогранник, у которого все вершины будут лежать на сфере, но правильным он явно быть не будет, так сказать. Из каждой вершины исходит равное число ребер. Тоже условие необходимое, но недостаточное, потому что, опять же, можно поизгибать многогранники некоторые. И вот, скажем, взял я этот самый... Ну, тетраэдр не очень поизгибаешь, уже куб, наверное... Куб, да. Ну, в общем, некоторые многогранники обладают этим свойством, однако не, даже если я не могу это изгибать, я могу просто чуть-чуть поменять его параметры, как бы сделать его неправильным. Но из каждой вершины все-таки будет исходить равное число, одинаковое число ребер. В принципе, можно сделать что? Можно сделать описание, что там все подряд нудно говорить, там, что на каждой стороне, каждая сторона — это правильный многоугольник, один и тот же, да? Дальше из каждой вершины одинаковое число ребер, все эти ребра одинаковой длины, все углы между гранями одинаковые, да? Вот так перечислять. Но в топологии это делается иначе. Значит, определение правильного многогранника, чисто топологическое, состоит в том, что если я закрою глаза, вы у меня возьмете этот додекаэдр, и с ним произведете какие-то там вот действия, да, что-то такое будете с ним делать, то я не пойму, делали ли вы это или нет. И при этих действиях любая вершина может перейти в любую раз, и любое ребро из этой вершины в любое ребро, соответственно, из другой вершины 2. То есть правильное утверждение стоит в том, что для любой вершины и ребра
Правильное определение, да, правильное определение правильного многогранника. Заходите, здесь вот некоторое количество стульев есть, можно их занимать. Если честно, вы меня не обидите, если будете сидеть на полу. Я не знаю, как это, конечно, с правилами института согласуется. Еще можно занять свободные места в первом ряду спокойно, поэтому проходите, да. Садитесь. На рояль, наверное, не надо садиться. Нет, рояль — это нехорошо. Вот. Но занимайте все, что, сюда. Занимайте все, что видно, да, то есть как бы проходите, чтобы все влезли. Тесноте не в обиде. Вот, так вот, для любой пары вершина и выходящее из нее ребро, и любой другой пары вершина и выходящее из нее ребро, существует движение, переводящее эту пару в эту. Такое вроде определение, ну как-то странно, что это определение правильности, но если вы вдумаетесь, то это оно и есть. То есть вы на самом деле, у вас неразличимы никакие вершины между собой, они все одинаковые. И кроме того, в рамках вершины вы можете как угодно вращать, тоже все выходящие из нее ребра тоже будут одинаковые. Ну и как бы это, можно как это сказать, что есть такое понятие группа, но сегодня у нас же для самых маленьких, да, значит, соответственно, придется узнать, что такое группа. Вот, группа — это в данном случае, давайте так, в данном случае речь идет только о вращениях, поэтому мы будем говорить о группах вращений. То есть вот у меня есть очень много вращений, которые переводят многогранник в себя. И вот правильность — это такое максимально возможное количество вращений, потому что ничего большего, чем то, что вы вот это совместите с любой другой такой же вот конфигурацией, точкой вершины, вы потребовать уже явно не можете, потому что если вот уже вы это с этим совместили, да, ну дальше все, некуда двигаться, да, он уже как бы, ну только если вы отражение относительно вот такой плоскости совершите. Но это будет, как говорят, не собственным преобразованием, если его выполнить там в каком-то четырехмерном пространстве, вы увидите здесь не красно-желтые вот эти вот кусочки, а то, что внутри, вот с той стороны на гранях написано, да, то есть вы вывернете поверхность наизнанку, но в трехмерном пространстве это осуществить без выхода в четырехмерное нельзя, вот. Поэтому мы будем исходить именно из вот ключевого понятия, которое будет использовано для классификации вот таких фигур, для классификации правильных многогранников, ключевое понятие — группа вращений правильного многогранника. Вот. Группа вращений. Но это не, я слишком мелкими буквами написал, но неважно. На самом деле это просто... я уже проговорил, я еще, значит, не объяснил, что значит группа. Что такое группа? Это означает, что если я взял два вращения и их выполнил одно вслед за другим, то получилось вращение из того же списочного набора, да, исходного, который мы рассмотрели. Далее, среди вращений есть такое вращение, когда я ничего не делал. Вот меня взяли многогранник, но ничего не сделали с ним. Я открыл глаза, он такой же, но на самом деле с ним ничего не делали. Вот это ничего не делание называется буковками ID, identity там типа, да? То есть это вот вращение, когда никакого вращения реально нет. Оно тоже всегда включается в группы. И еще одно требование, которое по отношению к группе вращений у нас будет использовано, это то, что для каждого вращения есть то, которое его нейтрализует. То есть если я выполнил это вращение, а потом то получил вот то самое ID. Ну и вот, говорю, ну да, там есть еще такое условие ассоциативности, но оно автоматом выполнено для любых преобразований. И, собственно, все изучение в теории групп вообще, она начиналась именно с групп преобразований. Поэтому здесь даже не надо его накладывать. Ну и что тут важно, если это многогранник, то это группа конечная. Конечная. Вот это вот надо себе уяснить, да? То есть для любого многогранника правильного возникает конечная группа его вращений. И, соответственно, если мы классифицируем все конечные группы вращений, то мы автоматом все многогранники классифицируем, потому что любой из них порождает какую-то конечную группу. И некоторые конечные группы будут не связаны с многогранниками. Они могут быть связаны, например, с вращениями каких-то неправильных фигур.
Но уж точно, если бы какой-то многогранник еще был, то возникла бы группа вращений конечная на основе него, вот с этой идеей, что любая вершина в любую, ребро в ребро. Понятно, что если вы берете два таких вращения многогранника, их выполняете одно за другим, то получается еще какое-то вращение многогранника. То есть как бы у нас получается такая штука. Теория классификации многогранников, она включается как подтеория в теорию классификации всех групп конечных, групп вращений в пространстве вокруг данной точки. Но вот если мы как бы вот этот трудный шаг, если мы сможем осознать, да, что вот этого будет достаточно, классификация всех вращений даст нам классификацию многогранников. Там будут какие-то паразитические лишние группы вращений, но если вот мы все проклассифицировали, увидели, что они все идут из известных многогранников, ну, соответственно, больше никаких многогранников и не может быть. Правильно? А древние, по-моему, Птолемей, я точно не помню, надо проверять в интернете, предлагал следующее описание правильных многогранников и почему их больше нет. Берем Солнце, и вокруг него, там вот есть этот самый, есть Меркурий, да, где-то первая планета. Вот Солнце, вот Меркурий. Берем сферу, приблизительно, да, там, конечно, эти орбиты не вполне, вы знаете, да, не вполне окружности, да, но примерно окружности. И вот берем, древние, может, могли не знать даже, что они не вполне окружности, но эта окружность, соответственно, включается в какую-то сферу, то есть вот расстояние, да, это если постоянное, мы берем сферу соответствующего радиуса, и вокруг нее раз, и тетраэдр строим, который имеет эту сферу как бы вписанный внутрь себя, да, то есть описан вокруг сферы тетраэдр. И теперь берем дальше сферу, которая, наоборот, описана вокруг тетраэдра. И что вы находите на этой сфере, как вы думаете? Правильно, Венеру находите с очень большой точностью. А если после этого вокруг этой сферы куб описать, а потом вокруг куба новую сферу, то кто там будет? Мы с вами, да, будет Земля. Потом берем октаэдр, описанный вокруг этой сферы, и вокруг него описываем новую сферу. Кто там живет? Марс. А дальше берем додекаэдр, описываем вокруг него и обнаруживаем Юпитер. А потом берем икосаэдр, описываем и получаем Сатурн. И так как больше планет у Солнечной системы нет, говорили в древнем мире, то и правильных многогранников больше не существует. Вот такое доказательство. Но доказательство неправильное, некорректное. В этом доказательстве утверждение, доказываемое, верно, но само доказательство содержит ошибку, потому что дальше имеются другие планеты. Не говоря уже о том, что с наших сегодняшних точек зрения это вообще никак нельзя считать доказательством. Это какое-то удивительное совпадение там астрономическое. А может, даже вообще там есть какая-то причина. Это, кстати, вот надо спросить у астрономов. Это случайное совпадение? Или есть математические законы, которые намекают, что планеты именно так должны быть расположены, да? Первые шесть, по крайней мере. Вот этого я не знаю, честно скажу. Поэтому я возвращаюсь к исходной теме, а именно классификация многогранников через классификацию конечных подгрупп вращений пространства. Вот. Ну и вот сейчас мы это начинаем. Значит, у любого вращения есть кто? Точно, ось. Ось. И ось эта определяется двумя противоположными точками, скажем, x и y. Так? А что еще у вращения есть, кроме оси? Угол. Ну, направление, как бы, направление вокруг оси, если я прочасовой или почасовой считаю, там достаточно просто угол считать от 0 до 360, и тогда неважно, в какую сторону вращать. Просто надо договориться, что вот там данная сторона вот у нас есть.
вот сюда, например, да, сюда на 120 градусов, скажем, да, или на еще какую-то величину. Значит, давайте посмотрим, например, на додекаэдр. Вот вершина, и вот еще одна вершина, противоположные друг другу, да? Вот ось вращения. Сколько вращений имеется у этого додекаэдра, у которого вот эта ось? Нет? Да. Три. Первое. Ничего не делать. Второе. На сколько? 120. Третье. Третье — это удвоенная вторая, выполненная два раза друг за другом. А если я еще раз выполню? Вернемся к ничего не делать. Итак, у вот этих двух точек, что у этой, что у этой, существуют два нетривиальных вращения, имеющие вот эти две точки неподвижными. Согласны? Для каждой пары, соответственно, возникнет три тоже, из которых два будут нетривиальные. Но вот это третье, оно общее у всех. Вы согласитесь со мной, да, что вот это вот, которое ID, оно у всех одно и то же. Но которые не ID, не тривиальные, они все будут разные, все эти. Для любых двух вершин будет два новых. Для этих еще два новых и так далее. Ну, просто потому, что у движения не может быть неподвижная точка и это одновременно вращение, да? Тогда это стоит на месте, да, никакого вращения нет. То есть вот эти две точки неподвижные, остальные будут вращаться. А у этого эти две точки неподвижные, остальные будут вращаться. Соответственно, у меня с каждой парой противоположных вершин, с каждой парой, связано по два нетривиальных вращения. Скажите, пожалуйста, в группе вращений этого многогранника это все вращения или нет? Угу. Ответ – нет. Какие же еще есть? Отличная идея. Через центр грани. Берем две противоположные грани, отмечаем у них центры. Сколько нетривиальных вращений будет через эту ось? Четыре нетривиальных и одна тривиальная. Правильно? Берем другие две грани противоположные. Еще четыре новых, естественно, тоже опять, да? Потому что по одной точке, ну, по паре противоположных точек неподвижные это будут. Остальные будут двигаться. То есть у меня каждый раз для каждой такой пары есть новые четыре. Уже довольно много, правда? Вот этих дважды количество пар. И этих четырежды количество таких вот пар. Все или не все? Через центры ребер. Я беру центры противоположных ребер. Сколько нетривиальных вращений? Одно! Да! На 180 градусов и никак иначе. Потому что ребро должно перейти в себя. Только 180 градусов. Теперь... Любое нетривиальное вращение этой фигуры. Вершины переводят вершины. Согласны? Ну куда им еще деться, да? Середины ребер. Середины каких-то других ребер. А центр граней? Центр граней. То есть у меня получается три класса неподвижных точек. Три класса. И внутри этих классов каждая в каждую может быть переведена. Ну, там это в эту, например, каким вращением. Ну, например, вот относительно этого ребра. Ну, в общем, всегда можно угадать, какое вращение переводит это в это. То есть у меня есть три класса, вот как бы разбиваются. Все неподвижные точки всех вращений разбиваются в три класса. Те, которые центры ребер, те, которые центры грани, и те, которые центры... Те, которые вершины просто. Да? И вот это вот то, что я сейчас рассказал, да? Намекает нам на то, что надо плясать вот от этого понятия. То есть нам надо представить себе любой правильный многогранник и связанную с ним конечную группу вращений и попробовать перечислить все неподвижные точки всех вращений. X1, X2, так далее, там X,
L, не знаю, сколько там, да? Вот, неподвижные точки всех вращений. То есть у любого вращения, да, но у нас конечное количество вращений, соответственно, значит, вот у нас у любого вращения ровно две, да, неподвижные точки. А давайте сделаем так. Вот это список всех неподвижных точек всех вращений. А еще у меня будет список вообще всех вращений. W1, W2, W3, WN большое минус 1. Скажите, пожалуйста, почему WN большое минус 1? Почему я так странно обозначил последнее вращение? Правильно, потому что есть еще WN, которое ID, и про которое нельзя сказать, что у него всего две неподвижных точки, потому что у них они все неподвижные. И значит, когда я говорю, что это неподвижные точки каких-то вращений, конечно, имеется в виду нетривиальных вращений, иначе неинтересно. Иначе здесь список должен содержать все точки вообще этого многогранника, потому что они все неподвижны относительно тривиального вращения. То есть речь идет о том, что в группе всех вращений мы отдельно убрали ID, перечислили все настоящие вращения на какие-то нетривиальные углы, и у каждого вращения нашли две неподвижные точки. Давайте посмотрим, скажем, у этого там вот эти две, у этого там вот эти две, ну и так далее, да? У каждого вращения ровно две неподвижные точки, согласились? Тогда вопрос, сколько в этой таблице плюсов? Двн минус 2. Хорошо. А теперь внимание. Теперь мы долго и трудно будем считать эти же плюсы через неподвижные точки. То есть количество плюсов вот в такой таблице L на n минус 1 может быть посчитано по горизонтали, но тогда это очевидно. Это просто в каждой этой самой ровно 2. Вот здесь я не указал их, этих двух. Ну, где-то они тоже где-то бегают, какие-то две неподвижные точки, да? Но здесь у разных вращений могут быть одинаковые вполне. Ну, вот на 120 градусов и на 240 вокруг одних и тех же. То есть плюсы могут быть одинаковые. Но вот у меня здесь, я посчитал, получилось 2n минус 2. А теперь я буду считать вот отсюда. Я буду спрашивать, сколько будет вращений нетривиальных, у которых данная точка является неподвижной. Вот это, например, да? Ну вот здесь ответ 2, здесь ответ 1, а здесь ответ 4. Но это для додекаэдра, да? А для произвольного многогранника, да бог его знает, да? Мы не знаем пока. Нам нужно изучить вот эту ситуацию, понять, сколько может быть, но пока просто давайте вот каждую неподвижную точку, снабдим количеством вращений, которые ее оставляют на месте. Мы пока не знаем сколько, но у каждой есть какое-то количество. При этом мы будем ID тоже считать. То есть, в частности, для вершин это будет уже 3, а не 2, для ребер это будет 2, а не 1, и для граней, в данном случае, это будет 5, а не 4. Ну вот обозначили, можем же обозначить, да? Можем. Тогда получается пока вот такая формула. Пока она непонятно зачем нужна, потом будем разбираться. Значит, она будет так выглядеть. 2n минус 2 равно, ну и как тут написать? Сумма. Ну, по I от единицы до L большое, да, или по L там, по L, давайте по L, правда, маленькая. По L маленькая, это низ до L большое. N LT минус 1, потому что нужно выкинуть ID. У нас вот здесь будут без ID, вот все, кроме ID, перечислены. Вот. Так, итак, 2N минус 2 равно вот этой сумме. И вот теперь я сейчас проведу упрощение правой части. Вы готовы к подвигу? Топология для самых маленьких,
она уже очень сложная. Я как главный секрет, который вы сегодня поймете, да? Топология даже для самых маленьких — это очень сложная наука. И вообще топология — это сердце современной математики, а математика — сердце всего, да? Научного познания мира, по крайней мере. Вот, то есть это как бы мы забрались в сердце внутри сердца, да? Как это сказать, да? То есть в самую суть мы забрались. И эта штука довольно сложная. Значит, смотрите, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас вот эти точки поделим на классы. Так же, как вот у додекаэдра. Там было 3 класса. А здесь мы не знаем сколько. Пока не знаем просто. Класс точек — это те, которые друг в друга переводятся какими-то преобразованиями нашей конечной группы вращений. То есть какими-то вращениями. Вот есть 2 точки. Попадут в один класс, если одна в другую переводится каким-то вращением. Легко понять, что это так называемое отношение эквивалентности. Поднимите руку, кто знает, что такое отношение эквивалентности. Отношение эквивалентности, когда как бы есть некоторые принципы, что сам объект себе самому эквивалентен. Если объект эквивалентен какому-то, то тот эквивалентен исходному, симметрия, да? И самое главное, если А эквивалентен Б, а Б эквивалентен С, то А эквивалентен С. В данном случае все 3 требования связаны с требованиями группы. То есть почему объект в данном случае точка эквивалента себе? Потому что ID переводит ее в себя. Если точка эквивалента какой-то другой, значит существует вращение, которое переводит вот эту в ту. Но тогда обратное вращение, да, которое тоже существует, и вставляет на месте многогранник, переводит ту в эту. Ну и, соответственно, если А переводится в Б каким-то вращением, а Б переводится в С каким-то вращением, то А переводится в С композицией этих 2 вращений. Поэтому, по сути, отношение эквивалентности, ну, с понятием группы связано как бы напрямую, оно из нее прорастает. И получается, что у меня вот есть некоторый класс там вот этих вершинок, да, которые друг в друга просто переводятся. X1, X2, так далее, XR, все друг друга переводятся. Потом какие-то Y1, Y2, так далее, Y, там, T, допустим, да? Тоже друг друга переводятся, но уже вот эти в эти не переводятся. Ни одна из этих, ни одно из этих. Ну и какое-то количество, как у нас здесь были. Вершины все были. Один класс содержал вершины, другой класс содержал середины ребер, третий класс содержал центр граней. Ну а для произвольной подгруппы конечной будут какие-то классы. Так вот, сейчас мы проанализируем два момента. Мы, во-первых, обнаружим, что все вершины в одном классе имеют одинаковое количество плюсов в своей колонке. Иными словами, да, если вершина в вершину переводится, то столько же преобразований оставляет на месте эту, сколько и эту. Почему? Давайте поймем. Сейчас я просто вот этот столик, он как бы немножко загораживает чуть-чуть. Я его отодвину, да? О, какой эффект. Ой, я прошу прощения, тут я, значит... Вы пока осознавайте это утверждение. Это первое сложное утверждение, потом будет второе сложное утверждение. О, ага, все. Давай попробуем вон туда. Да, пока его сюда депортируем. Вот. Если что, я к нему подбегу за многогранниками. А, мне же нужны фломастеры. Фломастеры будут жить здесь. Так вот, допустим, W переводит X1 в X2. Ну, вот так устроена жизнь, да, что некоторое преобразование из X1 делает X2. Тогда смотрите, если TX1 равно X1, то есть если у меня T это какое-то другое, которое на месте оставляет X1, то я сейчас из него приготовлю преобразование, которое на месте оставит X2. Ну, кто тут теории групп мастер? Как оно будет выглядеть? Ну-ка.
Значит, я из x2 должен получить в начале x1, это значит w в минус 1, обратное к w. Мне из x2 делает x1, так? Дальше t оставляет x1 на месте, а дальше w обратно из x1 готовит x2. Понятно? Справа налево, по-еврейски. Всегда преобразование по-еврейски. Справа налево. Почему? Потому что среди топологов очень много евреев. Неверный ответ. Потому что так проще. Потому что на самом деле, смотрите, как удобно. Вот я беру и подставляю x2. И просто пишу, что это w от t от w в минус 1 от x2. И трижды закрываю скобку. W в минус 1 от x2 — это что? x1, потому что w x1 равно x2. Значит, обратно x1. T от x1 — x1. W от x1 — x2. Ура! Все! То есть вот эта штука равна x2. Итак, из любого преобразования, которое x1 оставляет на месте, с помощью вот этой кухни приготавливается преобразование, которое x2 оставляет на месте. И наоборот то же самое, верно. Просто теперь нужно подставить для любого, который x2 оставляет, нужно наоборот написать v в минус 1 на s на v. То есть чтобы w было справа, оно вам x1 перейдет в x2, s оставит x2 на месте, и w минус 1 обратно загонит его в x1. То есть у меня взаимно однозначное соответствие. В группе всегда можно сокращать. В группе вот это, из существования обратного всегда можно сокращать. Если wt, w минус 1 равно w там k, w минус 1, то t равно k. Просто справа, слева домножаете, тоже w. Получается, что у меня как бы есть список тех вращений, которые находятся вот с неподвижной точкой x1, которые вокруг оси с x1. Я его вот так раз и перевожу целиком в список тех, которые с x2. Просто для каждого делаю w, t, w минус 1. Взаимно однозначно соответственно. То есть я как бы группой их беру и вот так целиком ко всем применяю вот эту операцию. Это называется сопряжение. В абстрактной теории групп это называется сопряжение, операция сопряжения. И она мне список преобразований, которые оставляют на месте x1, просто превращает в список преобразований, которые на месте оставляют x2, и все. Поэтому их одинаковое количество для всех из этого списка. Итак, соответственно, здесь будет n1, n2, все вот эти вот одинаковые, да? Все равны там n для данного класса. Ну вот как бы класс, вот этот класс, там, если мы обозначим за c, то есть универсальный общий показатель nc, а именно это количество нетривиальных поворотов, оставляющих на месте типичную вершину в классе c. Или, можно сказать, любую вершину в классе c. Это количество для всех этих одно и то же, для всех представителей класса. Это не все, что мне нужно. Это первое сложное утверждение, которое мы с вами разобрали. Ну, вы согласились, да, со мной в целом? Одинаковые, у всех одинаковые. Отлично. Теперь следующее сложное утверждение. Оно состоит в том, что все вообще... Так, давайте это просто запомним, да, это запомним. Так, давайте перепишем вот это. 2 на n минус 1, я так хочу записать, равно сумме... Теперь уже по этим классам, да, сумме по классам, и дальше у меня идет nc минус 1, и нужно умножить на количество элементов в этом классе. Вот теперь вот так выглядит формула, да, после этого, когда мы поняли, что они, вот эти n минус 1, они много раз повторяются. Внутри одного и того же класса все они одинаковые, поэтому нужно просто умножить на количество, где ню c, количество вращений, ой, извините, количество точек в классе c. То есть количество вершин, которые, ну не вершин, а центров вращений, да, вот этих неподвижных точек в соответствующем классе. Так, и мне не хватает еще одного утверждения про nc и ню c. Ключевая теорема. nc умножить на ню c
Ну, кто первый? Констант. Какая? Н большое. Кто сказал Н большое? Угадал или понял? Спасибо за честность. Но на самом деле мы сейчас это поймем. Вот это вот ключевая формула, которая нам позволит впоследствии вот эту вот работу, да, завершить по классификации. Итак, утверждение состоит в том, что количество точек в классе С умножить на количество вращений, которые его сохраняют, включая ID, равно N. То есть равно всем, ну, количеству всех вообще вращений. Ну, смотрите, что происходит. Вот есть x1, так? И у него nc вращений оставляет его на месте. Согласны? По условию. Теперь, какое-то одно вращение точно переводит его в x2, да? Назовем его w. Правильно? Ну, оно есть, потому что x2 из того же класса по условию. Хорошо. Тогда для любого вращения, которое вот отсюда, вот из этих, да, я утверждаю, что W, который выполнен после T, оставляет на месте x2. Ой, извините, я неправильно сказал. Так, сейчас скажу, только T у меня. Да. Вот это тоже может быть использовано здесь. То есть смотрите, если W переводит x1 в x2, то WT тоже переведет x1 в x2, потому что W от T от x1 по условию T от x1 равно x1, T оставляет его на месте, то есть равно, соответственно, W от x1. А W от x1 равно x2. Вот. То есть получается, что вместе с одним каким-то преобразованием вращения, переводящим x1 в x2, возникает ровно nc таких преобразований, потому что я могу сюда подставить любое t, оставляющее x1 на месте. Так. Мозги скрипят к вечеру. То есть вот несколько, да, их было, несколько. Они оставляли x1. Теперь я поймал удочкой, которая x1 в x2 перевело. Теперь я беру и просто вот слева вот выполняю один за другим вот эти, которые на месте оставляют, и каждому из них t2 перебрасываю. Ну тогда каждый из них x1 переведет в x2. Получится ровно столько, сколько x1 на месте оставляло, ровно столько туда их переводит. Вы меня спросите, а может какие-то еще есть? Которые x1 в x2 переводят, да? То есть вот здесь их уже nc. А вдруг есть еще одно? Нету. И вот почему. Если два преобразования W и V переводят x1 в x2, то W, а потом V в минус первый. Что делает с x1? Переводит его в себя. То есть, если какие-то два... Отсюда сразу ясно, что W минус первый V — это как раз вот одно из таких T. Вот. И, соответственно, мы получаем, что V... Ну, да, и наоборот тоже верно. То есть, W минус первый, да? W минус первый. Если они оба переводят, да? То тогда вот это... на самом деле вот так надо написать. Вот это вот W в минус первый, да? Это на месте x2 оставляет, да. Мне нужно что? Мне нужно доказать, что любое, которое переводит x1 в x2, любое, имеет вид t какое-то и v. Так, ну пишем v. V в минус первый V. Вот в этом порядке лучше взять. Вот так.
Вы согласны, что вот это как раз V? Вот то, что я здесь написал, это V. Я выполнил V, потом W минус 1, а потом снова W. И вот они сократились у меня, да? Значит, это и есть V наша. Но так как вот это преобразование оставляет на месте x1, вот оно, да, W минус 1 на V, то, соответственно, все, мы доказали, да, что любое такое преобразование имеет вид W на T. То есть вот это как раз T из вот этого. Так, ну что? Что мы теперь делаем? Мы теперь, соответственно, что сделали? Мы поставили каждому вращению, сохраняющему x1, соответствие преобразования, переводящее x1 в x2 и наоборот. То есть получается, что одинаковое количество сохраняет на месте x1 и переводит x1 в x2. А если я теперь заменю x1 на x3, то ровно столько же будет переводить x1 в x3. Согласны? Ровно столько же преобразований. И понятно, что это будет новый, вот как бы вот эти, вот те, которые сохраняли x1, их будет там nc. Вот таких тоже будет nc, но уже совершенно новых, потому что они, одно и то же преобразование не может одновременно x1 на месте оставить и перевести x1 в x2. Да? Это явно разные преобразования вращения. Соответственно, это новые nc какие-то. Если x1 переведено в x3, то это еще новые nc. Еще nc новых. Ну и для каждой точки класса, получается еще столько же этих. То есть получается, что nc умножить на количество в классе, это все вращения, которые x1 куда-то допереводят. Но любое вращение x1 куда-то допереводит. Значит, все мы перечислили. То есть здесь ключевое утверждение, ключевое, стоит в том, что мы разбили все вращения группы на νc наборов по nc в каждом. А именно первые nc на месте оставили x1. Следующие nc перевели x1 в x2. Следующее nc вращение перевели x1 в x3. И так далее, и до последнего представителя класса, то есть до вот ровно вот столько. И получается вот эта формула, которая нам и нужна. Вот. Вы не поверите, но дальше все сводится к дискретной совершенно задаче, целочисленной. Сейчас будет целочисленное уравнение, которое просто надо будет решить. Давайте его напишем. Итак, у нас есть вот это и есть вот это. Для любой конечной подгруппы вращений есть вот это уравнение и есть вот это уравнение, где, соответственно, сумма берется по всем классам, сколько бы их ни было, сколько-то там. Может, один класс, да, всего, а может, два класса, а может, три, может, четыре, может, пять. Делим на n большое. Тогда написано 2 умножить на 1 минус 1 nt. Это слева, согласны? Теперь здесь делим на n большое. Получается сумма по всем c. nc νc минус νc делить на n большое. А чему оно равно? nc νc. Даже если вот, вот это до этого была трудная очень топологическая часть, которую, ну, если не до конца кто понял сейчас, да, то вы потом ее еще раз разберете, да? А дальше начинается просто арифметика чисел. Значит, то, что я рассказываю, это очень близкое к тексту изложения статьи Германа Вейля «Симметрия», которая в последней главе содержит как раз вот эту классификацию. У него было три лекции. У меня одна, но, правда, для студентов. А у него три для широкой публики. Но после войны еще, когда люди умные были. Вот, то есть он как бы за три лекции, он, значит, изложил это, и в третьей лекции вот был вот этот вот анализ. Значит, итак, на самом деле здесь как бы получается что? Сокращается, да, сильно? Да, 1 минус 1 делить на nc просто. Вот. Теперь внимание. Абстрагируйтесь от всего вообще.
Вот просто абстрагируйтесь от всего предыдущего. Все предыдущее было для того, чтобы вывести эту формулу. Мы имеем, что 2 умножить на 1 минус 1 n равно сумма по c 1 минус 1 делить на nc с дополнительным условием, что n нацело делится на все nc. Потому что должно получиться ню c. Ну и теперь поехали. Вот это вот как бы, это такая... Дальше это 5 класс. То есть первый урок по дробям. В каком диапазоне живет вот эта вещь? Да, n равно 1, не предлагать. N большое равно 1, не предлагать. Ну понятно, нам неинтересна подгруппа, в которой только одно вращение тождественное. Также я полагаю, n равно 2 нам тоже не предлагать. Вот давайте, кстати, поймем почему. Что значит n равно 2? А? Только то, которое на 180 градусов. То есть, смотрите, если у меня в группе вращений ровно 2 вращения, помните, что одно из них это тождественное, правильно? Второе, на какой угол-то оно? Только на 180, потому что если нет, то вы дважды его совершаете и получаете третье в той же группе, да? Мы же должны, вот это, если дважды совершить, мы должны в той же группе остаться. Значит, соответственно, единственный вариант, это что у нас есть тождественное и одно на 180 градусов. Но никакой правильный многогранник, да, уважающий себя, да, он не может такую группу породить, естественно. Ну, в многограннике как минимум там несколько вершин есть. Мы вообще могли бы написать, что n больше там 3. Потому что точно, что в многограннике больше 3 вершин, а каждая вершина точно порождает что-то нетривиальное, да, да еще центры граней. То есть тут как бы интересный случай явно начинается с n там больше чего-то. Ну, хорошо. Итого, в каком диапазоне вот эта величина, если n больше 2 у нас? Ну, например, если n равно 3. Да, и умножить на 2. 4 третьих, да? Если n еще больше, то это все ближе к единице, правда? Да, причем строго. Вот эта штука, она строго между 1 и 2. Хорошо. Теперь переходим к этой. NC тоже, начиная с двойки. Почему? Потому что мы ID включили. Для любой нетривиальной вершины у нас как минимум есть ID и какой-то поворот. Даже для реберных вот этих вот середины ребер все равно порождают ID и еще на 180 градусов. Поэтому NC, они все NC, тоже я могу написать, больше или равны 2. Тут уже нельзя более точно сказать, да? Но, по крайней мере, они больше или равны 2. Но если это больше или равно 2, значит 1 вторая меньше или равна... Ой, 1 NC-шная меньше или равна... Ну, я проговорился. 1 и 2, да? А значит, 1 минус 1 NC-шная больше или равно... Опять 1 и 2. И меньше... единицы. Согласны? Итак... Нечто, что между единицей и двойкой строго, равно сумме нескольких экземпляров нечто, что между одной и второй не строго и единицей строго. Какое количество этих слагаемых может быть? 4 уже не может быть, потому что 4жды 1 вторая уже 2, 2 недопустимо здесь. Ответ 2 или 3. Значит, да, либо 2, либо 3. Потому что, ну, одно не может быть, мы до единицы не добиваем, а здесь больше единицы. Вот. Ну и, соответственно, либо 2, либо 3. Ну вот у меня получается следующий вариант. Значит, их первое, это если их 2, что это значит, что их 2? 2 на 1 минус 1 n равно... 1 минус 1 на nc плюс 1 минус 1 на n, ну, d, допустим, да?
Вот. Что происходит? У меня двойка сокращается слева и справа, да? Двойка уходит. Перебрасываем это туда, получается 2 делить на n равно 1 делить на nc плюс 1 делить на nd. Согласны? Умножаем на n. Получаем 2 равно ню c плюс ню d. Так. Дальше. Нулей тут не может быть, потому что это количество элементов в классе. Просто каждый по одному. Это означает, что у меня есть два класса неподвижных точек всего. И в каждом из них по одной неподвижной точке. Извините, но это значит, что у нас две неподвижных точки. Согласны? Но тогда это означает, что речь идет о подгруппе просто поворотов вокруг одной и той же оси на несколько углов. Ни с каким многогранником это, очевидно, не связано. Понятно, да? То есть если это правильный многогранник, это просто часть только вращений. Но нам нужно все взять. Это явно часть. То есть это просто мы... Это мы же что делаем? Смотрите. Мы взяли, ну как бы из этой, из пушки, из ядерной пушки, мы там... С помощью теории групп мы там написали некое равенство, которым должно удовлетворять любая конечная группа вращений. Ну и первым делом мы начали открывать какие-то там несуразности. Ну, например, вот первая несуразность заключается в том, что у нас просто есть одна ось, и вокруг нее несколько поворотов. Это конечная группа вращений? Конечно, это конечная группа вращений. На любое количество там можно 2π на n поделить при любом n. Да, и у вас будет, пожалуйста, группа вращений вокруг одной и той же оси. Но ясно, что никакому многограннику это не соответствует. То есть это паразитическая подгруппа. А значит, все интересное начинается только с трех. Мы должны были это угадать. У многогранника есть вершины, середины ребер и середины и центр граней. И мы должны были понимать, да, что их будет ровно три этих класса. Все вершины друг друга, все ребра друг друга и все центры граней. То есть мы на самом деле понимали, что n будет равно 3 изначально. Но вот сейчас мы это доказали. Теперь это уже не понимаю, это уже доказательство. Доказательство. Вот так. Так. Что же мы имеем в результате? Ну, это еще не все. Не надейтесь, что через 5 минут лекция закончится. Это еще не все. Значит, это еще только начало дороги. Итак, 2 умножить на 1 минус 1 nt. И вот дальше я вам могу сказать, что я всегда запутывался, то есть сейчас будем вместе работать. Там разбор очень многих частных случаев. Поехали. 1 минус 1 nc-шная плюс 1 минус 1 nd-шная плюс 1 минус 1, ну не знаю, n. Е не хочу, е это е. Б, а не было. Правда? С, д, а, б нет. Ну и ладно, хрен с ним. Так, что же это значит? Двойка ушла, да? Вот эти все налево, 1 на nc, плюс 1 на nd, плюс 1 на na, ну, как бы да. Это все туда послал, да? Здесь накопилась тройка, и двойка сократилась, и осталось... 2 делить на n большое. Отлично. Итак, для любого многогранника возникает группа, порождающая три класса вершин, переводящихся друг друга, и количество вращений вокруг удовлетворяют этой формуле. Теперь следующее. Давайте вот будем считать теперь, что na меньше или равно nb и меньше или равно... Ой, nb, nc. Меньше или равно nd. Ну, понятно, да? Без ограничений общности. Значит, хорошо, теперь вопрос. Что произойдет, если na равно 3? Да, не дотянет до единицы. Точнее, максимум дотянет до единицы.
А справа 1 плюс 2 делить на n, справа больше единицы. Значит, мы доказали, что n равно 2. Круто, да? Все. Значит, поехали тогда. Эта двойка на самом деле стоит. Тогда мы эту двойку стираем, сюда ее перемираем. И получается у нас вот такая вот формула. Вот такая формула получается. Так, и все еще у нас nc меньше равно nd. Это мы фактически отловили центры ребер, да? То есть у любого многогранника, да, мы вспоминаем, что мы делаем, да, мы же многогранники. У любого многогранника есть ребра, и центры ребер, конечно, должны быть в этом классе. То есть здесь как бы все пока понятно. Так, теперь поехали сюда. Значит, вот теперь про nc. Может ли быть nc равно 4? Четверть nd не меньше 4. До 1 второй максимум, да? До 1 второй, а справа больше. Значит, соответственно, nc не 4, не выше, ну, раньше тоже n не 3, не выше, да? Значит, n равно 2. nc не 4, не выше, значит, nc равно 2 или 3. Так, что такое 2? Я сейчас покажу, что это на самом деле паразитический тоже случай. Значит, что такое 2? 2 — это значит, все сократилось, осталось равенство 1 на nd равно 2 на n. Правильно? Умножаем на n, получаем, что ню d равно 2. Правильно? Ню d равно 2. Итого, у меня na равно nc равно 2, и ню d тоже равно 2. Что это может означать? Вот давайте подумаем, что это может означать, да? Что это у нас означает? У нас два, у нас есть две точки, вокруг которых ровно два вращения. Два класса точек, да? Вокруг каждой из них ровно два вращения. Так? И еще один класс, в котором две точки. То есть как это должно выглядеть, да? Но вот эти вот как бы два класса, да? В каждом из них два вращения, то есть по 180 градусов, да? Ну, значит, у нас просто ось есть, и вокруг нее на 180 градусов оборот. И еще есть nd, это значит, что еще есть, значит, соответственно, Значит, у нас есть, так, есть два класса, да? Есть всего три класса. В двух из них... Два из них содержат n пополам точек, да? N пополам точек и вращений 2. И один класс, в котором ровно две точки, а вращение n пополам. Но это надо себе представить, это на самом деле. Это вот такой как бы тоже арбуз. То есть это вот относительно вот этих двух. Вращаются они вот так вот, вращаются на много разных углов. И еще они вот так вот, значит, друг с другом совмещаются. Вот эти точки все в одном классе, которые вот здесь лежат посередине вот этого арбуза, они все в одном классе. Вокруг каждого из них ровно вот получается 180 градусов. И их много, да, вот в этих классах много. Вот они все вот здесь лежат. Ну, в общем, сводится это к той же самой, на самом деле, картине, которая была здесь. Только к ней добавлено вращение на 180 градусов вот в этом направлении, а также вот эти все. То есть они... Так, мне нужен какой-нибудь... вот представьте себе, что это шарик. И это значит, что у меня есть вот эти две точки, вокруг них много-много-много вращений. И еще есть вот такие переворачивания. Все они, вот эти вот две точки, совмещают друг с другом поворотом ровно на 180 градусов. То есть это тоже не многогранник. Это ситуация более сложной группы вращений, которые просто к этим n штучкам добавлено еще некоторое количество вот таких вот. На самом деле, по правде говоря, эта группа такая же,
как группа, ну, изоморфная называется, как группа отражений и вращений у многоугольника. Вот у многоугольника, да, есть те, которые совмещают его с собой самим, это несколько поворотов вот таких, и куча отражений вот таких, от середин сторон, вот таких, вот таких, вот таких, вот таких, и вращений. То есть если вот я здесь возьму вот эту плоскость, ею разрежу мою сферу, то здесь возникнет как раз вот этот многоугольник и вот эти две точки, которые будут определять вот этот процесс. Многогранника опять нет. Значит, соответственно, многогранники появляются исключительно со случая nA равно 2 и nC 3. И вот тут появляется уже плодородная почва. Давайте выпишем, что у нас получилось. 1 на nC, то есть на 3, плюс 1 на nD, не знаю, что это. Плюс 1 на nD равно 1 вторая плюс 2 делить на n. И дополнительно n делится на nd. Так. Да. Соответственно, получается, что 1 на nd равно 1. Какая? Плюс 2 на n. Напоминаю, nd больше или равно 3, потому что мы упорядочили их по возрастанию. Так. Может ли nd быть равно 6? Одна шестая равна 1 шестая плюс 2 делить на n. Не может. А 7? Ну и так далее, да? То есть слева что-то больше 1 шестой. Значит, в знаменателе что-то меньше 6. Итого бывает вариантов только 3. nd равно 3. nd равно 4. nd равно 5. Подставляем. 1 треть равно 1 шестая плюс 2 делить на n. n равно 24. Или 12. 12. Правильно, 12, конечно, у нас вращений. Ну а 12 нам хорошо знакомо, что это такое. Это группа тетраэдра, да, ровно она и есть. То есть когда мы здесь будем угадывать что-то известное нам, значит, уже ничего нового нет. Но уже видно, да, что у нас три этих варианта, да, у нас 5 многогранников. Тетраэдр как бы он... сейчас мы поймем, почему как бы 5 многогранников обслуживают 3 числа, да? Сейчас увидим. Значит, итак, первый вариант n равно 12, и мы знаем, это прекрасно, это группа тетраэдра, и она нам знакома, этот случай нам знаком. Так, идем дальше. 1 четверть равно 1 шестая плюс 2 делить на n. n равно... Да. Что за зверь? Куб и октайдер, правильно, оба. Почему куб и октайдер получаются... Одной этой самой, как бы, одним миром мазанные, а? Да, совершенно верно. А что значит слово «двойственный»? Вот. Вот я беру, например, тетраэдр. Тетраэдр. Это не тетраэдр. Вот тетраэдр. И в центрах граней ставлю вершины нового многогранника. Какой здесь получится многогранник? Тетраэдр. То есть вот эта вот тройка обслуживает только тетраэдр, потому что если я взял, ну как бы у двойственного многогранника, это когда я взял середины вот этих самых и соединил. У него та же самая группа, как у исходного, очевидно, да, потому что у меня просто центр. Но если я возьму, например, вот этот, то двойственный для него будет вот этот. И наоборот. У них будут одинаковые группы. И у этих тоже будут одинаковые группы. И этот... Вот если я внутрь его засуну, по-моему, даже ты размер, да, подгадал правильно? А, ребро. Ну да, но если я вставлю его внутрь, почти как бы прям
почти-почти будет. Вот этот вот двойственник к этому. У них тоже общая группа. И что же это за группа? 1 пятая равно 1 шестая плюс 2 делить на n. Отсюда n равно 60. Это как раз та самая группа додекаэдр. 60 вращений в конечной группе. Ничего нового, теорема доказана. Все. Вот так. Ну вот полная классификация. Все, никаких новых не появилось, никаких новых подгрупп нет, кроме тех, которые здесь классифицированы. А следственно, никаких других многогранников быть не может. Вот они все. Без всяких планет. Все, мы это вывели. Так, значит, у меня вопрос. Рассказать ли формулу Эйлера? Готовы, да? Нормально? Это будет проще гораздо. Значит, итак, вот исходная задача, она была такой. Исходная задача. Был такой Леонард Эйлер, основоположник науки топология. Да, жил полжизни в России, больше половины жизни фактически рабочий прожил в России в два этапа. Его позвала Анна Иоанновна, выделив мегагрант правительства Российской Федерации для иностранного ученого, первого в истории иностранного ученого, который приехал в Россию. Вот, значит, он основал здесь, ну там на самом деле не первые были братья Бернули, кто-то там до них был, там несколько человек было, и они когда Анна Иоанновна спросила, а кого еще позвать из крутых пацанов там зарубежных, они говорят, а вот у нас есть такой друг Эйлер из Швейцарии, такой классный такой дядька, очень умный и молодой. Она говорит, зови. Вот, приехал, и так началась русская математика, вы не поверите. Через полгода Эйлер говорил на русском в совершенстве без акцента. То есть он первым делом приехал, значит, учил русский язык. Дальше он основал этот вестник петербургский. Дальше в какой-то момент здесь было какое-то запустение, что-то там, какое-то междуцарствие. Короче, ему некомфортно было тут уже находиться. Он уехал в Германию, а там после некоторого времени присутствия, ну, в общем, там было еще менее комфортно, потому что если здесь было некомфортно в бытовом отношении, то там оказалось некомфортно в отношении к нему людей. То есть здесь его все считали гением на то, что там теплого сортира не было, ну и хрен с ним. А там, значит, наоборот, везде теплые сортиры, там, да, но его, значит, этот самый там местный король как-то чморил. В общем, в конце концов, когда его позвала уже, вот я, честно сказать, не помню, к сожалению, я не могу вспомнить то ли Елизавета, то ли Екатерина, и позор на мою голову, кто помнит, кто? Екатерина позвала, да. Вот. И она ему сказала, что Леонард Эйлер приглашается на любых условиях, которые он мне поставит. Вот. Значит, он сказал, что у него за это время, за время пути собачка могла подрасти. У него огромное количество детей уже родилось, и куча прислуги. И, в общем, ему нужен дом на 18 человек в центре Санкт-Петербурга, а также жалование. И он написал, какое жалование, там в 10 раз больше, чем 25 лет назад, когда он здесь начинал. Ну, это, в принципе, понятно, потому что дом вырос. Вот. И еще он потребовал, чтобы он стал каким-то там статным советником, что ли, в общем, какую-то должность в России получил. Екатерина отвечает, все ваши финансовые условия я выполню, более того, даже и больше выпишу, да? Но вот сделать вас статным советником было бы, значит, оскорбить вас, потому что вы не представляете, какая подлая челядь у нас в статных советниках в России ходит. Вот. И он, значит, вернулся в Россию с огромными почестями. А, кстати, в период, когда он был вот в Германии, там он всегда как-то тихо, всегда тихо сидел, и все там веселились, что-то рассказывали анекдоты, он тихо сидит, его спрашивает там, цари спрашивают, почему-то у нас Леонард Эйлер молчит. И он говорит, я приехал из страны, где кто много говорит, того сразу вешают. Ну, в общем, вернулся он в страну, где, если много говорить, сразу вешают на отличных условиях, и прожил оставшиеся 25 лет жизни до смерти, уже в старости он ослеп. Продолжал заниматься математикой, сказал, слава богу, я ослеп, теперь мне ничего не мешает заниматься математикой, ничего не отвлекает от этого. Вот, такой вот был замечательный человек. И все годы, пока он был не в России, он продолжал статьи на русском языке опубликовать в этом вестнике, который он создал. То есть это просто вот такой вот, это основатель русской математики. И он как-то говорит, ну вот вы тут,
ездите на машинах. Ну, 18 век, конечно, не было машин. Ну, в общем, были такие предметы, да, которые мы сегодня называем умным словом «тор». Да, бублик. Глупым словом «бублик». Или умным словом «тор», кому как нравится. И есть предмет, который футбольный мяч, ну, или сфера. Да? Да, ну да. Ну, это, в принципе, не важно, можно там и там брать полный, но лучше брать поверхности. Вот поверхность, значит, мяча или поверхность колеса. И говорит, нельзя перевести это в это непрерывным взаимнооднозначным преобразованием. То есть я не могу это... гармошку, аккордеон, я в детстве играл на аккордеоне, вот так вот поразминать как бы это самое. Раз, ловкость рук, никакого мошенничества, и вот у вас дырка. Нельзя. Ему говорят, а это что, не очевидно, что ли? Он говорит, дурак, кто это спрашивает? В математике очевидного не бывает, либо аксиома, либо доказано. Никаких вариантов для очевидности. Это наша интуиция. Мы это видим, и мы не можем себе представить, да? Вот, например, все вы видите, скажем, гирю. Возьмете гирю, и у нее две ручки вот такие, которые одна сквозь другую продета, блин, но нарисовать мне будет сложно. Короче, вот так. Вот так. Гиря вот так. Так вот, внимание, на самом деле, путем некоторого преобразования, ну вот не вот так, потому что это будет разрыв, а некоторого преобразования, несовместимого с моей жизнью, впрочем, можно это сделать вот так. Интуиция подсказывает, что нельзя, а можно. Интуиция — вещь опасная. Особенно, когда речь идет о трехмерных или более высокомерных образах. Да? Например, гипотеза Пуанкаре утверждает что-то про трехмерный мир. Да? Не бойтесь, в конце я ее сформулирую, кто не знает. Ну, как бы, топология для самых маленьких без завершения с помощью гипотезы Пуанкаре была бы неполной, да? Вот. Как говорят математики, трезвость — это норма жизни. Но жизнь по этой норме не полна. Кто функциональный анализ изучает, да? Знаете, есть понятие полного нормированного пространства. Вот. Это мехматская наша шутка. Вот. Так вот, забыл, о чем я говорил. А, я говорил про трехмерные, значит, многообразие, да? Вот Пуанкаре сформулировал некоторые утверждения про трехмерный мир. Если бы мы были пятимерными или четырехмерными объектами, скорее всего, то, что сказал Пуанкаре, было бы нам самоочевидно из нашего жизненного опыта. А так это было величайшей проблемой топологии, которая решена Перельманом в 2002 году, спустя 100 лет. И, соответственно, Эйлер говорит, ничего очевидного не бывает, доказать надо. Ну хорошо, говорит, тогда как доказать? Он говорит, а вот это я придумал сегодня ночью. И вот, как нужно сделать? Нужно нарисовать на сфере картинку. Грубо говоря, нашим теперь языком. Нужно посмотреть на некоторый многогранник. Ну, сферический, да, многогранник. Сферический. То есть, который любой из вот этих, вот если я надую его, да, то он превратится в футбольный мяч, им можно будет играть, да? Ну и тетраэдром можно там, вот этими всеми можно. А вот этим уже нельзя, да, играть в футбольный мяч? Ну, как-то я, по крайней мере, не готов на ворота стоять, если это будет футбольным мячом, да? То есть он надувается в другую фигуру. Так вот, бывают многогранники, которые надуваются вот в эту фигуру. Вот они так устроены, да? Ну, просто взял, нарисовал какую-то многогранную картину. Вот. Но фактически можно исходить просто из картины, нарисованной на сфере, которая состоит из точек и, ну, отрезочков криволинейных, да? Граней маленьких таких. Все грани должны быть, как говорят, топологически тривиальны, то есть представлять собой просто некоторый лоскуток, вырезанный из бумаги, без дыр. И если существовало бы непрерывное, взаимнооднозначное перевоплощение сферы в тор, то тогда картина вот эта сохранила бы количество вершин, ребер и граней вот здесь. Любая картина, нарисованная здесь, превращается в картину, нарисованную здесь, при непрерывном взаимнозначном соответствии с сохранением количества вершин, ребер и граней. Согласны? Но если так, тогда
удивительная величина, которая называется Эйлерова характеристика, v минус r плюс g, останется той же самой. Согласны? А теперь я вам докажу, что здесь это 2, а здесь, кто знает, 0. Молодцы. Иными словами, Эйлер придумал первый в мире, в истории человечества, инвариант. То есть нечто, что связано с математической задачей, что не меняется при разрешенных преобразованиях, и что разное в начале и в конце. И если что-то не меняется при разрешенных преобразованиях и разное в начале и в конце, то, извините, значит, что разрешенных преобразований отсюда сюда не существует. Вот. Итак, если я докажу, что любая картинка здесь дает значение 2, и любая здесь дает 0, то я все докажу. Но на самом деле я сейчас вам открою секрет. Мне достаточно любой здесь и какой-нибудь одной тут. Понимаете почему, да? Знаете, анекдот про медведя, Чукчу и русского. Знаете? Чукчи с русским идут. Ну, я нормально, я не политкорректный анекдот, я люблю. Если кто здесь чукчу, не обижайтесь. Ну, я думаю, никто не будет обижаться. Вот, я люблю очень неполиткорректные анекдоты. Вот, бегут, значит, идут по тайге, и медведь вылезает и на них бросается. Ну, и они бегом, значит, бегом, и вдруг русский смотрит, что чукча на ходу переодевает из огромных этих, значит, чоботов каких-то, в которых они ходили, переодевает откуда-то взятые кроссовки. Русский говорит, ты что, собираешься бежать быстрее медведя? Нет, чукча умный, мне надо бежать только быстрее тебя. Вот, так вот здесь тоже, здесь не надо мне любой картины. Здесь мне достаточно одной, потому что если хотя бы для одной картины здесь будет ноль, то вот это обратное преобразование перенесет это сюда, и тут тоже будет ноль. И если я знаю, что для любой картины здесь это 2, и для одной картины 0, то все доказано уже, да? Не может быть, это одна превратится в какую-то здесь, а для нее будет 2. Но здесь, построить здесь 0, это как, значит, это очень просто. Вы здесь берете опоясывающий квадрат, вот такой вот, опоясывающий тор квадрат. Раз, два, три, четыре будет вершины и ребра. И аккуратно его там масштабируете, например, в количестве, что вот для наглядности просто 4 вот таких вы берете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Считаете ребра, считаете грани, у вас все сокращается, получается 0. Задача на дом посчитать. Соответственно, на торе есть картинка, которая дает 0. А на сфере нет. И вот почему. Так. Вот я сейчас буду их упрощать. Вот у меня была какая-то картина. Я взял вот эту вершину, стер, и все, что из нее торчит, тоже стер. Тогда у меня сильно, ну, немножко уменьшилось на единицу количество вершин, да? У меня несколько уменьшилось количество также граней и ребер. Вопрос, насколько стало меньше ребер и насколько стало меньше граней? Ну, например, в данном случае. Ребер на 5. Грани на 4. Потому что, когда я эти 5 граней уничтожил, у меня появилась одна большая грань. Ну, это вот, как бы это сказать, это вот, я прошу прощения за дико, видимо, не к месту, да, но вот эти страны объединились, стали одной страной. Вот. У меня был жуткий случай в моей жизни, жуткий просто. Я на физтехе записал курс «Математика для всех». Курс этот был на Курсере, такая платформа, знаете, Курсера. Вот. И он там вообще был, ну, такой флагманский фикстех, говорил, это будет наша как бы картинка, то все. И в каком-то месте я похулиганил, значит, шел 15-й год или 14-й, и я похулиганил, я взял глобус и стал доказывать. Я говорю, ну, представим себе, что вот эта большая страна здесь какая-то, да, и дальше начинает увеличиваться, и на глобусе стал на юго-запад показывать, как она увеличивается. Вот. И
И что дальше было следующее? Во-первых, значит, поступило примерно 1000 жутких совершенно комментариев, из них несколько физических угроз. А в Курсеру поступило такое количество жалоб, что они написали руководству физтеха, что мы очень нам нравится этот курс, но мы не можем его оставить в таком виде, потому что мы бомбардируемся какими-то непонятными вот, претензиями, мы не поняли суть претензий, но, пожалуйста, сделайте что-нибудь, иначе мы этот курс снимем. И, значит, соответственно, пришлось полностью затушевать этот глобус в моих руках, и он, значит, неизвестно, куда я показываю, поэтому как бы, вот, и курс сохранили, хотя продолжались жалобы, что уберите вообще, раз так, хоть раз он так пошутил, значит, он не имеет права быть профессором вообще нигде и никогда. Вот. Ну и, соответственно, вот это все было, но потом Курсера уже целиком ушла. И курс этот грохнули сразу весь. Вот. Ну, в общем, вот мы сейчас будем заниматься таким странным увеличением площади страны, да, одной, да? Будем... Вот. А? За YouTube? Ну, дело в том, что... ну, как сказать? Я не знаю. Ладно. Я за МИФИ немножко боюсь, не за YouTube. Вот. Смотрите, я могу также, вот, например, ребро одно убрать. Тоже у меня что происходит? Граней на одну уменьшилось, ребро на одну, вершин столько же. В обоих случаях вы видите, что вот эта штука не меняется. V минус R плюс G. Теперь вопрос, до какого состояния я могу довести эту ситуацию? Вот с той стороны какая-то сторона тоже начинает увеличиваться, с той стороны глобуса, да? Таким же методом. Вот что произойдет в конце? Ну, грубо говоря, вот здесь возникнет граница между двумя странами, этой и той. А V минус R плюс G все еще будет таким же, как оно было. Потому что все это без изменения V минус R плюс G происходило. Но тогда что у меня происходит? У меня вершин. Это же многоугольник, да? Столько же, сколько ребер. У любого многоугольника вершины и ребер одинаковое количество. А граней сколько? Две. Раз и два. Теорема доказана. Все. Теперь мы знаем, что сфера и тор — это разные вещи. Мы это, конечно, и так знали, но теперь мы это доказали. Так. Что-то хочется еще что-нибудь интересное. Уже 18.27, да? 19.27? Ну что, ну, гипотезу Пуанкаре, да, завершим? Поехали. Итак, теорема Перельмана-Пуанкаре. Пусть M — трехмерное многообразие. Значит, что это значит? Ну, это означает, что, грубо говоря, давайте я для простоты. Вот у меня есть много переменных разных, и есть какие-то функции от них, которые чему-то равны. Вот там, ну, нулю. Ну, я всегда могу сделать нулю, да, и все налево там перекачаю. Вот, какая-то система уравнений, и вот в этой системе уравнений каждая, значит, вот это вот убивает одну размерность, как бы, ну, снижает размерность на единицу, да? Вот это снизил на яйцо, это снизил, ну их там n-3 таких уравнения. Ну то есть возникла какая-то трехмерная область, такая мясо, да, жирная область, трехмерная. В многомерном, ну очень многомерном пространстве, в n-мерном пространстве. Ну вы знаете всякие там теории поля, где 10 измерений есть. Ну, наверное, вы физику лучше меня знаете. Ну, в общем, в многомерном пространстве какая-то вот такая изогнутая, заузленная поверхность, только не поверхность, а как, ну, трехмерная, да, она. То есть в каждой точке есть три перпендикулярных направления. И вообще, как бы, ну, она немножко изогнута, но вроде как в локально вы не видите этого изогнутости этой. И вы просто видите, что вы как вот здесь, я вот стою вот тут, да, перед вами, вот вокруг меня трехмерное пространство, да, кусок его. Ну, и вот в любой точке будет такой кусок трехмерного пространства. Вот, ну вот, например,
Например, если я напишу одно уравнение, всего одно. X квадрат плюс Y квадрат плюс Z квадрат плюс T квадрат равно 1. И рассмотрю его в четырехмерном пространстве. Что это такое? Сфера, трехмерная сфера, граница четырехмерного футбольного мяча. Если бы мы с вами были четырехмерные люди, мы бы играли четырехмерным футбольным мячом, да, футбол. Вот его граница была бы трехмерной. Мы бы, в принципе, вот мы теперь обычные, могли бы туда переселиться и там жить, да, на этой трехмерной границе, да. А может, вообще мы на ней и живем. Ну вот вопрос как раз в том, где же мы все-таки живем. Да, то есть вот она. Эта трехмерная область, ни одна точка, ни от какой другой внешне неотличима. То есть вот вокруг каждый раз просто трехмерное пространство, вот три оси. Ну вот мы рассматриваем самое общее трехмерное многообразие, абсолютно произвольное, какое-то там заданная система уравнений, ну просто на самом деле можно доказать, что в общем любое там, ну локально точно задается. Вот. Так вот, и я накладываю на это многообразие дополнительные требования. Да ё-моё, куда он падает все время? А, сейчас сюда их переложу. Значит, я докладываю дополнительные требования. Следующее. Оно конечно. Конечно. Ну, я на самом... слушайте, ну, с вами можно научно говорить. Компактно. Поднимите руку, кто знает, что такое компакт. О, все. Компактно. Сейчас сгалялся перед вами, там объяснял что-то про замкнутость, ограниченность, там компактность в многомерных пространствах, там такую-сякую. Короче, компактное многообразие, да? Вот. Компактное, ну, без края, но это я уже сказал, все точки одинаково выглядят. Если с краем, значит, есть какой-то такой край, за который инфернальная бездна, да? То есть ты подходишь, ну, а дальше бездна. Там. Вот такого нет, да? У нас же нет вокруг такого. Вроде нет. Вот. Значит, компактное... Трехмерная, компактная. И что я забыл? Ну, конечно. Да. Односвязное. И, следовательно, ориентируемое. Есть такая теорема, что поверхности с одним краем уже не односвязны точно, абсолютно. Вот, значит, короче, вот это мне надо объяснить, на самом деле, ровно вот это осталось объяснить. Трехмерное, компактное, без края, односвязное, вот, и все. По-моему, я ничего не забыл. Так вот, что значит односвязное? Давайте я объясню. А, ну, я был, кто-то просто знает уже, да? Но давайте я объясню. Вот я объясню это так. Я, допустим, решил полетать на ракете. Сел на ракету и взял с собой очень длинную нить. Такую нить, которая оставляет след. Вот она, я лечу где, и все время за мной нить остается, да? Я летал далеко-далеко, там в какие-то галактики летал, вообще куда-то летал. Ну и вернулся. Там дальше какие-то релятивистские эффекты начинаются. Но, допустим, живем мы все вечно. В общем, прилетел я сюда. А потом решил, что нить-то мне нужна для следующего полета. Надо ее... Да! Надо ее вытравить. Вот я полетал вот сюда и прилетел обратно в Москву. И решил вытравить нить. И начал ее травить. Вот так вот все забирать с двух концов, да, забирать ее. Она у меня вся вытравливается постепенно сюда. Ну, так все меньше, меньше. И вдруг она не тянется дальше. Она за что-то зацепилась. Представляете? За что? Пространство уже. Оно вот такое, как бы, да, ну, в трехмерном. Вот здесь я взял, полетал вот так, так я не вытравлю ее. Плоский корабль полетал вот так вокруг Тора. И не вытравится ничего. Упирается, да, но вот как бы, ну как, Тор можно взять за нитку, которая к нему не приклеена, взять и поднять. А сферу нет, она свалится. Но вот односвязное — это такое, где вот так полетать нельзя. То есть где любой полет приводит к вытравливанию нити. То есть мы делаем некоторый акт веры на самом деле в этом месте, когда мы говорим, что наш мир односвязен. Мы считаем, что мы не можем так полетать, чтобы не вытравить. Это совершенно не очевидно на самом деле. Это наше представление вот, от прематеи этого мира нашего. Но если это так, то тогда это многообразие гомеоморфно трехмерной сфере.
формулировка гипотезы Пуанкаре, ныне теорема Перельмана, завершена. То есть тогда существует непрерывное, взаимно однозначное преобразование, которое превращает наше многообразие вот в это уравнение, решение этого уравнения, трехмерную сферу. Вот так. На этом, наверное, все. Кстати, вот гипотеза Пуанкаре, у меня есть самый популярный ролик в интернете почему-то про гипотезу Пуанкаре. Его просмотрело 3 миллиона 400 тысяч человек, может быть, даже уже 500 тысяч, не знаю, не заглядывал. Но, в общем, 3 миллиона 400 тысяч уже было. И я не понимаю, как может набраться столько русскоязычных, ну, любителей математики? Вот я вообще не могу этого понять. Как это может быть? Откуда? Да? Мне казалось, что уж точно не больше 100 тысяч любителей математики. Но когда на нашем канале их стало 238 тысяч, как сейчас, я просто, честно говоря, теряюсь. Ну да, это... Вот это что такое, да. Богата земля наша талантами. Ну, они, правда, по всему миру разбросаны, таланты русскоязычные. Вот. Ну вот, собственно, на этом все. Вот мой канал. Подписывайтесь. Да, ну вы видео вот это не на моем канале, а на этой, наука что-то про, да? Нет. Постнаука, да. Постнаука, да. Чем я говорю, сделайте анимацию. Зачем? И так смотрят, типа, немало. Ну, какие-то лентяи. Если бы они сделали анимацию, может, 10 миллионов было бы там. Ну, просто словесный понос, и он вот 3 миллиона 400 тысяч, значит, ну, просто вот устная. Так, значит, вот это канал, куда я всех приглашаю. Подписывайтесь сюда. Также есть сайт. savvateyev.xyz. Тоже с ним была история прикольная, вот прямо вот сейчас. Его владелец, он желто-блакитным флагом, и он закрыл его в какой-то момент. А мы написали и сказали: брат, математика, она же для всех одна. Он говорит: ну ладно. И открыл. Вот она, дружба народов. Вот так вот. Так что все обратно вернулось. Ну и там куча всего. Там, значит, есть 3 книги для скачивания бесплатного. «Математика для гуманитариев». Это если кто не очень много понял в сегодняшней лекции, например. Есть трудная книга, которая называется «Введение в настоящую математику». Но это не учебник, это так, как бы записки, вот 100 уроков математики там для любителей. Книга по мотивам этих 100 уроков называется «Введение в настоящую математику». Она, в общем, там местами появляются термины, которые ранее не определены. То есть не надо считать, что это учебник. Это не учебник, а это некое такое, как бы, дополнительное чтение по математике. Но если вы его вот прочтете, да, даже используя, может быть, какие-то другие книги, у вас будет серьезное уже такое, ну, серьезное начало фундаментальное. И третья книга называется «Занимательная экономика. Теория экономических механизмов от А до Я». Вот эти две последние вышли только что. Первая в соавторстве с Николаем Казимировым, вторая в соавторстве с Александром Филатовым. Послезавтра в Московском доме книги «Новый Арбат, дом 8» в 19:00 состоится ее презентация. Оба автора будут, и я, и он. Вот. Все приходите, они говорят, что все влезут вообще. Ну, можно попытаться опровергнуть это утверждение, например, послезавтра. Вот. Ну все, теперь, наверное, я ничего не забыл. Наверное, ничего не забыл. Да, вопросы, конечно. Вопросы, да. Забыл вопросы. Вижу руку. Да, можно. Сейчас начнем. Еще вопросы? Давай. Нет вопроса. Да. Перельман доказал гипотезу. Очень сложно. Я ничего не понимаю, ни одного слова. Там матфизика. Одно могу сказать, что доказательство основано на куче физических идей. Это всех поразило. Да. О, отличный вопрос. Там гораздо более сложная, но тоже есть классификация.
Не помню, честно. Но я помню, что задача решена. Да. Да, это хороший вопрос. Значит, на самом деле в этом месте я скомкал немножко. То есть там надо изучить вот эти NC и NewC, и как они могут выглядеть, и в результате оказывается, что сам многогранник полностью восстанавливается по этим данным. Ну, с точностью до его двойственного, который в центре вершин. То есть видно, что вот, вот эти вот, вот этот NewC, да, вот эти вот NC, вот этот 5, например, значит, соответственно, сами эти должны быть пятиугольниками, потом в вершинах сходятся три, ну, в ребрах и так понятно, да, и вот остается комбинаторно вычислить, что там происходит при переброске этих вот граней друг на друга, потом эта пятиугольня туда, пошла туда, и прямо восстанавливается физически додекайдер. Вот у Вели это описано, я это стушевал. То есть это еще некоторый набор таких аккуратных аналитических утверждений о том, что с ними происходит, как они вот... Ну, в общем, грубо говоря, как вот развертка, да, бывала развертка, как из нее склеить додекайдер. Вот эта развертка, она по этим комбинаторным данным угадывается, как она начинает склеиваться вот куда надо. Получается либо додекайдер, либо икосайдер. Ну и в тех случаях еще проще. С кубом и октайдером. И нигде нет никакого нового многогранника. Да. Вот вы сказали, что топология — это сердце математики. И, соответственно, первый вопрос. Почему это правда? Второй вопрос. Вот если я вам поверю, то как я могу ее изучить? Ну, на первый вопрос у меня нет какого-то вразумительного ответа, потому что это начинает быть понятно, когда она отовсюду начинает вылезать, как черт из табакерки. Вот тогда-то и становится ясно, что это сердце. Но, в принципе, конечно, вот в конце мы занимались вот эти дискретные, да? Кто-то скажет, что теория чисел и вот эти вот простейшие закономерности, делимости и так далее в центре стоят. То есть это философия. Но вот на второй вопрос я могу легко ответить. Есть такой босс, точнее был он, умер. Валерий Иванович Апойцев. Он написал 15 томов. 15 томов, один из них — это топология. Книги великолепные, просто. Но опять же, это не учебники, то есть это такая как бы, это очень увлекательное, трудное чтение, в котором каждый переход нужно потом разбирать по другим книгам. Вот. И надо начать с него, наверное, или с Прасолова, наглядная топология. Прасолов, наглядная топология. Дальше, если вот эти вот, вот топологию Прасолова изучил и это немножко ознакомился, дальше Васильев. Топология для младшекурсников. Для младшекурсников. Вот это типа предполагал, что в средней, в начальной школе. Васильев — это тот, кто узлы все развязал. Это человек, который совершенно знаменит на весь мир. Он в 90-х годах вот, теорию узлов, построил теорию узлов. Наш с вами соотечественник вполне себе здравствующий, работающий сейчас в Москве, неподалеку отсюда, где-то в Стекловке, да. Вот, дальше, вот теперь, если вы еще и это смогли, вот я вот здесь остановился. Это я где-то наполовину, это я понял, половину еще мне читать и читать всю жизнь. Но дальше самая страшная книга на свете называется «Фукс Фоменко». Да, курс гомотопической топологии. Вот это уже металл. Вот это тяжелый металл. Вот у Ромы Михайлова есть там лекции некоторые в интернете. Можете примерно посмотреть и понять, что вас здесь ждет. Ну, Рома Михайлова знаете, да, кто такой? Питерский такой очень культовый математик, тополог. Так, ну вот, пожалуй, да, вот так. Ничего я не забыл. Ничего, наверное, не забыл. Мозаика Пенроуза.
думаю, что здесь есть. Вообще всякие, если речь идет о каких-то фрактальных делах, то это в другую сторону. Фракталы — это картинки, в которых мы ничего не понимаем. То есть это как бы красиво, но не ясно. А это базовое, так сказать. Вот. Ты знаешь, да, ответ? Нет? А, вопрос, давай. А какое определение многогранников, 3D и многомерных? Пожалуйста, понятно. Определение многогранников. Ну, не знаю. Тут есть два подхода. Как бы подход склейки и подход пересечения. Подход пересечения никогда не даст невыпуклых многогранников. Ну, то есть, как бы вот многогранник можно определить так. Многогранником, многомерным называется конечное пересечение полупространств, которое приводит к компактной фигуре. Да, он всегда будет выпуклый. Вот я не уверен, что есть что-то, на чем все согласились. Можно говорить о склейке из данных комбинаторных. Вот берем там столько-то точек, вот так-то прикладываем ребра к ребрам, эти самые к этим самым. Ну, вопрос реализации возникает. Можно ли его реализовать физически? То есть понятие комбинаторного многогранника есть, безусловно. Ну, это вообще как бы просто топологическое пространство, склеенное из этих объектов. Не знаю, есть ли какой-то вот общепризнанный ответ. Вот многогранник Силыша, о котором я сегодня не рассказывал, с дыркой внутри. Ну, вроде же многогранник, да? Ну, какой-то левый реально вообще, левый. Да. Но не знаю. В общем, здесь вот, да. Про то, что такое выпуклый многогранник, совершенно понятно. Вот. Да. Еще книги по теории групп посоветуйте, пожалуйста. О, да. Но опять же, Босс, конечно. А, кстати, топология у Босса, это, по-моему, отдельно. Нет, есть неподвижные точки. Есть, да? О, есть, значит, все, отлично. Так, значит, по теории групп. Ну, да, но есть Кострикин, введение в алгебру. Вот, он сейчас трехтомник, в наше время был один том. Он чуть-чуть разработал еще там вот абстрактную алгебру, стало три тома. Вот, там хорошее, в принципе, введение. Трудная книга Ленг, алгебра. Что еще? Да вот Вейль, я на самом деле думаю, что Вейль, симметрия, с чего надо начинать. Великолеп. Вейль один из моих любимых вообще как бы вот персонажей в математике. Вот. Исключительная ясность мышления, такая гармоничность, как ученого. Ну это, в общем, такая фирма. И у него вот эта книга, она понятна всем. Но в конце она становится не очень простой. Ну вот там как раз мы сегодня разобрали третью главу. Вот, так что вот я думаю, что вот так. Я думаю, что вот так. Да. теория игр, на самом деле, я являюсь научным редактором в двух книгах. А именно в книге Захаров «Теория игр в общественных науках». Ну, у Захарова одна, поэтому можно... Просто запомнил. Алексей Захаров, хотя фамилия частая. Захаров, теория игр, я думаю, что будет как надо вынесено в интернете. И Колесник, тем более. Введение в теорию игр или просто теория игр. У них двоих я был просто научным редактором. 20 лет мы уже пишем свою, но это бесполезно. Видимо, никогда не допишем. Вот. Но вот теория механизмов от А до Я, это тоже по теории игр, то, которая сейчас вышла. Но это по некоторой теме в теории игр. Из иностранных очень хорошо читается Кен Бинмор «Fun and Games» с картинками из «Алисы в стране чудес». Хорошая, содержательная книга. И еще у него же «Playing for Real». Я ее не читал, говорят, просто вообще огонь. Но трудная. Вот это трудная. «Playing for Real». У нас еще, наверное, вышли... Есть две книги Диксита и соавторы «Стратегической теории игр», кажется, или «Стратегические игры», и там какое-то еще название. В общем, есть две книги западных нобелевских лауреатов, переведенные на русский язык, выпущенные Вышкой. По-моему, или не Вышкой. Ну, в общем, ищите Диксит. Вот. Так, наверное, да, по теории... Для крутых... знатоков математики, есть шикарная книга на 128 страниц, 2 в 7,
Владимир Иванович Данилов, лекции по теории игр. Но это вообще да, то есть это как бы, это самое сложное из всех книг, очень короткая, все концепции в ней есть, которые нужно в телеграфном стиле. То есть для математиков, прямо вот то, что надо для математиков, это здесь. Да? Один вопрос. На одной из своих лекций вы сказали, что если взять произвольное тело и совершать с ним допустимые действия, которые переводят его в эквивалентное ему с точки зрения топологии, да, то оно придет к как бы тору склеенному такому. Да? То есть у нас как бы получается что-то вроде нескольких торов склеенных, да, то есть там вот дырки, я не знаю, как это сейчас руками, я не смогу показать, наверное. То есть если мы будем какое-то трехмерное тело вот так мысленно надувать, то есть совершать с ним вот эти... Это я где рассказывал? Это у вас была лекция, кажется, сейчас. Я чувствую, что речь идет о геометризации Тёрстена, которую использовал как раз Перельман. Я просто к тому, что если рассмотреть тело, которое выглядит как... Сейчас я попытаюсь показать, то есть как два кольца как бы друг сквозь друга продетых, да, вот таким вот образом, как вот пальцы сцепили вы тогда, да, ну я сейчас... Но... То тогда никакими преобразованиями не получится его... Да, здесь надо вот что понимать, что непрерывные преобразования не обязательно в трехмерном, а может быть в многомерном пространстве. В многомерном вот эти вот два кольца сразу спокойно расходятся в разные стороны. То есть тут не, значит, есть понятие гомеоморфизм, а есть понятие значит, перетягивание внутри трехмерного пространства, то есть семейство отображений непрерывное, такое как бы самое гомотопическое. Ну, тоже там надо смотреть. Именно что нужно следить, чтобы все это проходило уже внутри одного и того же трехмерного пространства без пересечений. И это дополнительные требования на гомеоморфизм, про которые речи не шла. То есть это... Классов гораздо больше, собственно, теория узлов, она вся про это. Да. Есть ли аналог формулы Эйлера для четырехмерного пространства? Да, для любого. Это основной топологический инвариант. V минус R плюс G минус T и так далее. То есть каждая следующая размерность берется со знаком плюс-минус. И это константа. Нет, только вопрос, на чем рисуешь? То есть на разных многообразиях разное? Ну, фиг знает, ноль, наверное, я не помню. Надо посмотреть, залезть в четырехмерное пространство и глянуть. Честно говоря, я не помню. Ну, что-то очень простое там надо взять, посмотреть, что там есть. Может, один, да? Нет? Ну, симплекс, да, надо симплекс взять и посмотреть, что там будет. Ладно, давайте поблагодарим Алексея Владимировича за лекцию. Хорошей учебы всем. Что? Хорошей учебы. Ну и, собственно, разойдемся. О, что-то дарят.